Всем привет. Надо было что-то поесть на ужин, а готовить не хотелось. Ну, что-нибудь на скорую руку, типа яичницы. Но был утром на рынке, поэтому дома было то, что вы видите. Поэтому решил сделать быструю запеканку, простую, быструю. Макарошки примерно 100 граммов, может 120, отправил вариться. Сыр полутвердый. Натер на терке. Тут граммов 150. Хотя я и не взвешивал, конечно. Соотношение ингредиентов произвольное. Решил добавить кусочки помидоров в запеканку. И еще свекольную ботву. То, что я раньше не делал. Но она сюда ляжет, я точно знаю, что ляжет хорошо. Я делал ее просто... Нарубил на кусочки, как-то давно делал. И припустил на сковороде, посыпал сыром, и уже получается вкусная еда. Гратен такой свекольный. Ну, пучок вот этой ботвы. Она сочная и достаточно вкусная. Хотя вкус у нее не яркий, но приятный. Пока макарошки варятся, я, в общем-то, все ингредиенты подготовил. Останется только смешать и запечь. И даже, в принципе, можно не запекать, потому что все это съедобно и без термообработки. Но я запеку. Когда сыр плавится, это приятнее. В любой форме, вот которая ближе была, ну, естественно, небольшая, чтобы была. Которая была ближе, то я и взял. Присолил. Теперь добавил эту нарубленную ботву. Немного растительного масла. Ну, это смесь оливковая, подсолнечная. 50-50. Примерно треть сыра вмешаю в общую массу. Ну, остальное, естественно, пойдет сверху. Так сказать, будет крышевать. Помидорки положил и досолить, конечно, нужно. Ну, и черным перчиком пройтись. Можно применить сухой тимьян. А можно не применять. Выглядит уже симпатично. 180 градусов в духовке. Ну, просто произвольный режим выбрал. Минут 10-12. Ну, минуты 3 жар сверху. Чуть-чуть оливкового масла, смеси оливкового и подсолнечного сверху. Да, хорошо. Выглядит и будет вкусно. 100%. Все, видите, произошло достаточно быстро, и ужин готов. И если вы приготовите, я думаю, вашим близким понравится. Просто и очень вкусно. Всем удачи. Пока.